Ты можешь и не подозревать, что в твоем организме таится спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Это особая бактерия, которая не проявляет никаких симптомов при попадании в организм. Она может передаваться через немытье рук и пищу. Несвоевременное лечение такого недуга вскоре приводит к пептической язве или даже к раку желудка. Как же узнать о коварной бактерии? Пилори может проявляться в симптомах, едва заметных для нас. Вздутие живота, изжога, диарея, метеоризм и дискомфорт в желудке. Обычно мы ошибочно воспринимаем такие признаки, как нормальное функционирование нашего организма. К счастью, болезни, спровоцированные пилори, излечимы. Лечение часто включает в себя комбинацию антибиотиков и препаратов для уменьшения количества желудочной кислоты. Поддержка надлежащего режима питания и большое количество витаминов А, С и Е наряду с цинком будут иметь важное значение для того, чтобы защитить твой желудок от чрезмерной нагрузки. Также не стоит забывать о гигиене. Тщательно мой руки после улицы и перед едой. Питьевую воду следует покупать или фильтровать в домашних условиях. С помощью этого напитка ты запросто избавишься от вздутия живота. Тебе понадобится 1 лимон, 1 огурец, 1 столовая ложка сока алоэ, 1 пучок кинзы или петрушки, половина стакана воды. Приготовить напиток просто. Достаточно смешать все ингредиенты в блендере или кухонном комбайне. Это средство является чрезвычайно полезным для пищеварительной системы. Ты почувствуешь бодрость уже после первого стакана. Все ингредиенты объединены для того, чтобы стимулировать твой метаболизм, сжигая жир даже во время сна. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.